Уважаемые соотечественники, приближается 11 июля. Это не просто день выборов. Это день, когда наша страна получит шанс окончательно очистить институты власти от кулечной мафии. Мы собрались сегодня здесь, чтобы объявить о нашем участии в избирательной кампании. Блок Рената Усатова будет рукой народа в следующем парламенте, рукой сжатой в кулак и требующей справедливости, защищающей интересов всех граждан нашей страны. Наша задача – остановить грабеж страны. Народ не хочет больше этого терпеть. Мы выполним волю народа, уберем всех этих паразитов из нашей Молдовы. Мы заставим всех депутатов парламента работать на благо людей, а не на свои интересы, так, как они делали все эти годы. Мы предлагаем конкретные вещи. Внесение в Уголовный кодекс изменений, которые предусматривают, чтобы наказание за коррупционные преступления начинается от 15 лет тюремного заключения. Имущество чиновников, которые не смогут доказать законность его происхождения, конфисковывается в пользу государства. Отмет иммунитета для депутатов парламента Республики Молдовы, потому что многие именно за ним идут в парламент. Мы отменим его для всех депутатов. Никого не бойтесь. Время тех, которые держали в страхе страну после этих парламентских выборов, закончится. Блок Рената Усатова уверен в победе, верен народу Молдовы. Сила в правде. Голосуем за избирательный блок Рената Усатой. Сила в правде, а не в помятом кульке.